Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Крозелав, и сегодня посмотрим такую игру, как Sky Hill. Я как-то хотел все-таки записать первый взгляд по этой игре, но что-то долго думал, записывать, не записывать, и один из постоянных зрителей попросил меня ознакомиться с этой игрой, попросил записать, наверное, я так понимаю, да? И давайте посмотрим, что это за игрушка и с чем ее едят. Новая игра. Обучение. Да, пусть будет обучение. Легкая сложность. В начале игры ты можешь выбрать один пассивный и один активный навык. И как я могу выбрать? Ладно, выжить. Я приехал в этот город ненадолго. По делам. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней, я мог позволить себе капельку роскоши. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последней версией биозащиты. Знаете, перед самой страшной бурей всегда затишье. Но я даже не представлял масштабы катастрофы. Бросился к телефону, начал набирать всех подряд. Полиция, 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное урчание и звуки, разрываемые на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов, я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Воу! Нас ждет зомби-апокалипсис. Маркеры действий. Нажав на пробел или правую кнопку мыши, ты можешь увидеть маркеры действий для всех предметов, с которыми можно взаимодействовать. В настройках главного меню можно включить постоянный показ этих маркеров. Да, было такое. А сейчас можно включить? Показывать маркер действий. Черт, мисклик. Вместо того, чтобы нажать продолжить, нажал выйти в главное меню. Ладно. Ты можешь идти вниз. А сюда я могу идти? Я должен чего-чего? Найти карту вип-гостя. Окей. Как создавать предметы? Выбери категорию рецепта. О, так тут есть еще и крафт. Здорово. Еда, лечение, другое. Вип-комната. Ну, скорее всего, мы вначале-то, конечно, ничего не можем скрафтить. Закрыть. Давайте следовать инструкциям. Ты будешь терять одно очко при каждом переходе из одной комнаты в другую. Если голод на нуле, то теряется по 2 очка здоровья. Понято. Влево и направо. Ну, давайте влево сперва сходим. Это хлам, я же называю мое сокровище. Бита, что ли? Так, давайте сходим направо теперь. Рис. Ух ты ж, можно покушать. А ниже спуститься. Тоже можно. Телефонка. Алло. Open. Слушай. Кто-то из нас должен таки сюда, отсюда выбраться. Я тебе оставил заначку, 97 этаж. 97, то есть это ниже, понято. Заперто, нужен ключ. Пусто. То есть может быть еще и пусто, понято. Записулька. Рваная записка, что ли? Так, тут где-то здесь должна быть заначка. Давайте попробуем. Опачки. Лифт работает. Хорош. Не сейчас. На монстра или аватар. Или переключиться в режимы. Ага. Ну-ка давайте попробуем его. О, хорош.
Промах. Так, а у нас из оружия ничего нету, что ли? Промах. Так, а уйти мы можем отсюда вообще, в принципе? Нет, нельзя. Нет, можно было. Так, вали отсюда. Вали, 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 вали. Блин. А здесь нельзя, наверное, оружие выбрать. Так. Палка. Ну-ка, чувак, заюзай палку. Во, у него, в принципе, бодренький такой урон. Всяко лучше, чем голыми руками. Иди сюда. Промах. Да, по-моему, так же. Или чуть побольше урон все-таки. Хорошему надо, наверное, полечиться. Пусто. Давайте все собирать. Open. Может быть, еще встретимся. Опыт и новый уровень. Так, это, допустим, хорошо. И мы, кстати, я заметил, хиляемся во время получения нового уровня. Так, не прочитано. Когда я был ребенком в начале 2000-х, я частенько играл с соседскими ребятишками. Так, понятно. Сила, скорость, ловкость. Ну-ка. Крит шанс. Меткость. Очки опыта. Ну, давайте все по одной прокачаем для начала. Потом вложим в силу. А, так мы можем, получается, два раза всего прокачать. По два очка. Тридцать пять из ста. Надо, наверное, вернуться. И покушать, что ли. А что такое? Ускорение, типа? Нет, нам это не нужно. А то он сейчас вообще от голода помрет. Вип. О, можно в вип отправиться. Здорово. Так мы здесь и были, в принципе. Но, по крайней мере, мы, используя лифт, наверное, не потратили столько очков... голода, сколько бы мы потратили, если пешком шли. Грибы. И что с ними делать? О, нормально. Рис. Кирпич. Карта вип-гостя. Кстати, карта вип-гостя. Теперь можем сюда попасть. Вип. Вы можете потратить очки голода для того, чтобы вылечиться, пока вы спите. Ну, у нас, в принципе, фулл ХП. Отправляемся дальше. 97-й. О-о-о, зомбарек. Узбагойся. Хотя сложно это, в принципе, зомбарьком назвать. Это вообще какой-то монстр. Дополнительный ход. Бинты. Но бинты, скорее всего, нужны для того, чтобы отхиливаться. Пусто. Опа, да сколько вас тут? По идее, наверное, в будущем можно будет крафтить более лучшее оружие. Я не думаю, что мы всю игру будем с палкой ходить. 24 опыта. Ага, ну и спускаемся вниз. Тут все мы облутали. 95 этаж. А щиток на этом этаже, мне не хватает генератор. Но есть и другой способ. Я могу попробовать своими силами, вдруг это получится. Такой ремонт может отнять у меня много сил. Да и сломаться в процессе, что... Стоит попробовать? Нет, не стоит. Этот... Что там нужно? Генератор. Генератор может, можно скрафтануть. Сделаем это чуть позже. Тут лифт не работает, а на нижнем этаже. А вот здесь уже работает. А, понято. Из-за того, что электричество выше отключилось, здесь тоже лифт не работает. Все пусто, ладно. Поднимаемся на этаж, где лифт все-таки работает. Надо сгонять до комнаты с крафтом. Посмотреть, есть ли вообще такое понятие, как генератор. Так. Генератор, значит, нужен. А лечение другое.
Батарейка. Вот, генератор. Ни хрена себе, сколько нужно-то. У меня такого вообще нету. VIP-комната. Кухня уровень 1. Рецепт готовки. Лечение. Еда, оружие. Во, кстати, оружие, точно. У нас сколько у палки урон? 2-3. А если я и это хочу? Нужны гвозди, кирпич. Не хватает лезвия. Так бы сделали себе тесак. Понято, понято. В общем, ничего мы сделать не можем. Давайте попробуем на страх и риск, что называется, починить. Но я думаю, что это плохая затея, если честно. Вариантов нет. Да. Опа, сработало. Отлично. Тут мы были. Тут тоже были, все обыскали. Спускаемся вниз. Что ты на меня так смотришь-то? Ну-ка, получай по щам. Еще парочка ударов. Опа! Хорош. Че это было? Ключ. От чего? Наверное, от какой-нибудь комнатенки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У нас чувак-то, кстати, голодный. Смотрите на его физиономию. Ужас. Новый уровень. Я даже не успел посмотреть, когда мы его получили. А, так, ну давайте все по... А, уже здесь не 8 очков доступно-то, смотрите-ка. Ладно. Здоровье 50. Нет, это много. Вот голод надо заюзать. Держи. Здоровье 10, голод 6. Красного перца. Херак такой голодный. Херак красного перца и все. Стало хорошо. О, смотрите, стилет 3.7. Новое оружие. Давайте заюзаем его. Оно намного лучше, чем палка. Закрыть. Киви. Хорош. То есть, я так понимаю, наша задача спуститься вплоть до первого этажа. Все ниже и ниже. Еды постоянно не хватает, я замечаю. Вот если со здоровьем все хорошо, то вот с едой какая-то печалька. Плюс мы еще из комнаты в комнату переходим, и еда тратится. Ох, Франкенштейн какой-то. Слышь. А, так это и есть стилет. Да хорош, ты че? Я не понял, он че, убился об стену, что ли? Куда он исчез-то? Напихал нам и сбежал. О, так это он, что ли? Бред. А чё он бегает-то туда-сюда? Мука. Тут его опять нету. Ну, как-то странно. Ну-ка еще раз сюда. Нет. Ладно, спускаемся ниже. А что? Мне не хватает шестеренки. Ну, попробуй почини. Иногда стоит рискнуть. Я так понимаю, не всегда это будет заканчиваться успехом. Когда это случилось, знаете, очень, очень тяжело терять любимых. Может, мне повезло, повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску, мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях. Перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаге от меня. И только я остался в живых. Классно. Тут еще аудиозаписки есть. Когда это... А, стопэ, стопэ, стопэ. Так, а как инвентарь? Во. Надо покушать срочно, потому что он очень голодный. А, голод. Здоровье. Голод, голод. С каких пор кола стала устранять голод? Ну, хотя в ней, типа, много сахара из-за этого, наверное. Голод 7. Давайте заюзаем сразу. Здоровье 15-ка держи. Хорош. А чего не такая физиономия недовольна? Он, в принципе, же сыт. И по здоровью все нормально. А такое чувство, как будто сейчас умрет, блин. Пусто.
Мне вот интересно, а это рандом или все-таки прописано, что здесь будет пусто? Я имею в виду, если, допустим, проходить второй раз и зайти сюда, может быть, там будет что-нибудь? И так и будет пусто. У меня нет мелочи. Намек понятен. Металлолом. А металлолом за мелочь сойдет? Нет. А вот и ключ пригодился, кстати. Пусто. Не понял. Я заюзал ключ, чтобы ничего не найти? Да понял. Здорово, чувак, это ты от меня бегал? Да, это он, кстати, по ХП смотрю. До свидания, бегун, блин. И теперь у нас доступен нож, наверное, да? Нет, ножа я не вижу. Здоровье 0, кровь мутанта. Не понял. Но лучше ее, наверное, не пить. Здоровье 0. Чувак, зачем тебе кровь мутанта? Ну-ка быстро признавайся. Может, она что-то дает, не знаю. На время типа нас маскируют. От мутантов тех же самых. Забираем. По ХП и еде все нормально, поэтому... Еще удар. Промах. Хорош. Нет, смотрите, он постоянно собирает кровь мутанта. Для чего-то она нужна, скорее всего, для крафта. Так, надо срочно, наверное, ХП восстановить и плюс еще покушать. Антибиотики. Здоровье 5. Держи. Голод 15. Держи. Здоровье 10. Голод. Это ингредиенты для крафта. А кровь мутанта находится в ячейке здоровья-еда. Ну-ка, давайте заюзаем ради интереса просто одну бутылку. И что произошло? Вообще, я не понял, что произошло реально, но... Тем не менее, он выпил кровь мутанта. Умри, тварь, пусто. Опа, шкаф. Кусок дерева. Тоже для крафта. Кстати, давайте сгоняем до шкафчика крафта. На верхнем этаже. Может быть, что-нибудь можно уже сделать. Еда, еда. Нет, может, хилочку сделать. Ну-ка. Вот, для хилки, получается, кровь мутанта нужна. Теперь я понял. Хилки не сделать, а по еде. Any fruits, любой фрукт, типа. Да тоже нельзя сделать, ничего у нас этого нет. Оружие. И с оружием какая-то печалька. Во, швабра. 4-6 урон. Не стоит, я думаю. Не стоит оно от того. Лечение другое. Ну, другое, в принципе... Я даже не знаю, есть ли смысл делать или нет. Тратить ингредиенты, наверное, не стоит. Может, что-нибудь пригодится потом. Точнее, понадобится, а у нас этого не будет. Карта VIP-гостя. Ладно, выходим. А, стопы, там вообще VIP-комната. Что такое? Каждый уровень двери... Уменьшает вероятность плохих событий во сне. Здоровье во сне. Каждый уровень... Как там новые рецепты производства? Вот. Новые рецепты производства. Нужны гвозди. В общем, чтобы улучшить верстак, нужны гвозди. Пунита. Тут мы все полутали. Спускаемся вниз. Здорово, упырь. Хова. Хова. Промах. Наверное, ловкость надо качать для того, чтобы не мазать. У меня нет мелочи. А где ее взять-то, эту мелочь? Может, ее крафтить можно? Там по-любому какие-то продукты есть. Отлично. Кола. Так, давайте восстановим ХП, что-то у него как-то мало его. Здоровье. Голод 6. Здоровье 50. Пока не надо использовать. Здоровье 30. Во.
Держи. И можно еще колу это все запить. Выпил таблетку, запил колу, все нормально. Все как обычно. Опа! Нихера себе, а что тут у тебя так мало хп-то было? Ну, давай рискнем. Я потерял клей? В смысле? А как ты мог потерять клей? Чинил и клей из кармана выпал. Коровища какая-то. Пусто. Какой-то беспонтовый этаж, 85-й. Ничего толком нет. Промах. Да хорош. Надо ловкость реально вкачивать. Что-то он так мажет. Тут его нет. А хотя бы побежал сюда. Но нету. Кирпич. Так, а что там нам надо было? Гвозди надо было. Для того, чтобы верстак улучшить. А, ну-ка. Да где этот зомбарь? Куда он убежал-то? Где-то же должен поблизости быть. Ладно, спускаемся вниз. Иди сюда. Хорош. Тряпка. Правильно, ты тряпка. У тебя завалили с 2-3 ударов. Пусто. Так, ребят, давайте в принципе на этом завершим. В принципе, игрушка мне реально очень понравилась. Да, она может быть местами простенькая, но не в простоте это дело. Геймплей интересный, реально. То есть надо бегать, крафтить, искать, долька рандома. И, в общем, действительно хорошая игрушка для того, чтобы скоротать вечерок. На этом все. Ссылка с первыми взглядами по играм в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока!